Великая пятница Страстной недели, самый скорбный день в году. Именно в пятницу совершилось распятие и крестная смерть Христа на Голгофе. Мы вспоминаем самые трагические события в человеческой истории – издевательства, истязания и страшную казнь, которую претерпевает Спаситель. История Страстной пятницы – это не просто история о том, как когда-то, давным-давно, плохие люди убили праведника. Все ее богослужение напоминает нам о том, что эта история имеет определяющее значение для жизни, веры и надежды каждого из нас. В этот траурный день духовенство облачено в черной одежде. На заутренне звучат 12 фрагментов Святого Писания, которые посвящены страданиям Христовым. В храмах не служат литургию, так как считается, что она уже совершена Христом на кресте. Вместо этого исполняются царские часы. В храме перед крестом читаются псалмы и Евангелие. Вынос плащаницы проходит в 14-15 часов, ведь именно это время принято считать временем смерти Спасителя. На утренне, на великих часах и на великой вечерне вспоминают повествование о жизни и смерти Иисуса. Это отрывки из Евангелий, которые посвящены рассказу о последних днях жизни Христа.